С 15 по 21 августа в оздоровительном лагере «Юбилейный» Полтавского района прошла профильная смена «Омские орлята», объединившая ребят из 12 районов региона. Задача – подготовиться к сезону хоккейному, стать сильнее, выносливее. У нас есть целый комплекс упражнений, которые выполняют ребята утром на зарядке, и пробежка, и комплекс, который я сам делал, когда был действующим хоккеистом. Я сейчас передаю это ребятам, они будут делать эти упражнения. События посвятили сразу двум датам – 200-летию региона и 55-летию с момента открытия лагеря. Сегодня в «Юбилейном» созданы отличные условия для того, чтобы ребята, увлеченные спортом, успешно тренировались и готовились к соревнованиям. Очень бы хотелось, чтобы за время пребывания здесь ребята набрались опыта, профессионального мастерства. Не сомневаюсь, что какие-то мастер-классы для них будут проведены. И все это способствовало повышению их спортивного мастерства. Они еще больше полюбили хоккей как вид спорта. Ну и самое главное, добились хороших успехов в жизни. Юные спортсмены получили возможность пообщаться с Евгением Шастиным. Знаменитый хоккеист и тренер поделился своим опытом, дал полезные советы и рассказал, как правильно выполнять упражнения. Программа смены очень насыщенная. В течение недели ребята делали комплекс тренировок и принимали участие в турнире по мини-футболу. Тут много активностей, физические подготовки, бег, комплекс Шастина выполняем. Каждый день начинается все, ну как, сложнее и сложнее. И мы готовы к этому, подготавливаемся к зимнему сезону, чтобы выигрывать. Кроме того, организаторы смены подготовили для «Орлят» культурную программу.